Ой, какое классное утро. Так, пора будить всех. Народ, Нейзи, привет. Доброе утро, Вика. Вика, ты где? Давай, привет. Ты что, засел, что ли? Что ты так... Окей. Ребят, значит, всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы снимаем по-прежнему стрёмные приключения и вот такое вот интересное креативное утро. И с такого вот интересного утра мы начинаем сегодняшний рабочий день. Так, давай, Нейзи, давай рассказывай, что мы сегодня будем делать. А значит, мы сегодня будем делать стол для крафта машин, там всякие, ну, всякой техники, короче, и попробуем сделать стол для крафта оружия. Кек Паша младший уже проснулся раньше всех. Кстати, и меня разбудил. Я ему несколько этих крыс принес. Молодец. Ну, я не знаю, вы сгорбушь. Это обязательно. Так, чё? Значит, в этой серии мы будем, значит, крафтить стол для оружия, да? Да, и для техники всякой. Ну, а я тем временем буду расчищать еще немножечко пещеру и, может быть, иногда выходить на улицу чисто, так, для саморазвития. Чтобы совсем не деградировать. Ну да, чтобы совсем не деградировать пещерного человека. Шахтера. Да. А то потом на свет будут глаза плохо реагировать. А значит, мы что сейчас будем делать? Может, сделаем ангар сам, ну, для самолетов и прочей фигни? Ангар для самолетов. Кстати говоря, можно. Прямо в пещере. Ну, конечно, в пещере. А ты как хотел. Ты тогда спроектируй пока в голове у себя, как ты хочешь это сделать. Так, значит, как мы это сделаем? Постараюсь объяснить на словах поначалу. Вот тут давай. У нас квартирный комплекс. Ну, а там выше, ну, выше где-то надо. Выше? Смотри. Ну, да. Над куполом, знаешь, так сказать. Замечаю. Вот как-то так. А, вот так вот, да, даже? Да, даже так. Окей. Так, стоп, нет, не так. Так, тогда давай я дерево пока нарублю, да? Вот, правильно. Вот теперь все будет идеально. Мне дерево нарубить? Конечно, наруби. Окей. Так, и тут я буду все подряд расчищать. Так, если что, дерево... Я думаю, тут у нас все уместится. У меня в сундуке дерево, берите... Я, конечно, не знаю, кому интересно посмотреть, как я добываю киркой всякие материалы, но я постараюсь разбавить этот скучный процесс некоторыми разговорами с вами. Также Нейзи тут будет разговаривать со мной. Да? Ой, блин, я топор забыл взять. Побежал рубить деревья кулаками. Прекрасно. Я тебе помогу. Молодец. Викусик всегда меня радовал своим желанием работать и помогать мне. Да, как раз таки на плантации пойдет. Отличная шутка. Окей. Значит, мы пока что занимаемся только добыванием камня, и все. Блин, я уже представляю, как будет это выходить сюда, типа взлетная полоса. Это будет довольно-таки прикольно. Смотри, прям... какое дерево рубить? Дуб или руби темное? Дуб. Дуб темный нам пока что не нужен. Ну да, дуб он... У нас и так тут темно достаточно. Да, дуб мне и так нравится. Любимое дерево мое. Потому что помнишь в первых версиях Майнкрафта, да? Там его не было, кстати говоря. Там другие. Не, там были другие деревья, но когда крафтишь, там получались обычные доски белые. Это да, я помню, так. Кстати, насчет ностальгического летсплея, да, возможно, будет ностальгический летсплей по Майнкрафту. Ну, как я повторяю обычно, это все зависит от вас. Если вы хотите, мы будем все. Хотите, мы будем, да. Не хотите, не будем. Вообще, предлагайте вообще любые свои варианты. Не стесняйтесь, говорите. Не молчите. Мы не можем, мы не экстрасенсы, мы не отгадаем сами. Да, мы... Или нам Пахому надо звать, чтобы он там покурлыкал, попрыгал на ноге. Не знаю, с тарелки с хлеба прошел. Или самим устроить свою битву экстрасенсов какую-то майнкрафтовскую. Да. Так вот, говорите, не стесняйтесь. Ой, тут много придется чистить. Чисти. Так, у нас, походу, будет большой ангарчик. Да, я надеюсь на то. Огромный просто ангарчик. Просто огромнейший. Огромнейший. Так, погоди, я заблудился. Где? Где? Сюда. Где? Сзади. Ужж. Я пропаркурил. Вот сюда. Так. Сюда. Так, я уже собрал 41 дерево. Так, продолжаем рубить. Ой, божечки. Ну, конечно же, мы скоро это все дело срубим. И будет все отлично тут. Да. И, кстати, вот говорите, как вам нравится, то есть делать долгие летсплеи такие, вот прям, не ну, знаю, по 30 минут, по 20 минут, да, или на 15. Так, погоди, у меня кирка сломалась, мне нужно ее. Потому что, знаете, давайте когда 15 минут, да, как бы мне проще монтировать и рендерить,
Вот. Ну, для рендеринга, чисто говоря, для компьютера это как бы полегче. Да. Просто знаете, что время ничего не тратите, ваше и моё. Потому что, например, старая серия сколько у тебя рендерилась? Старая какая? Ну, которая вторая. Час где-то. Час. Вот на Изи еще, кстати, везет, потому что у меня на 3 часа рендерилась. Mm. Несмотря на то, что процессор у меня вроде как мощнее. Да, у него мощнее, намного процессор мощнее, странно почему-то. Может, я его, конечно, настроил как-то криво рука, но это, конечно же, все второстепенное. Рендеринг, наверное, не тот кодек берешь просто, вот и все. Я в них вообще очень запутался в последнее время. Но не об этом же речь, ребят. Да? Мы сейчас говорим сугубо о Майнкрафте. Ух ты, смотри, я еще подобную пещеру наш. А, это и есть наша, слушай. Это наша. Так, тут погоди, просто, знаешь, смотри, иди сюда. Во, видишь? О, слушай, красиво. Прикольно, да? Вот тут можно костер разжечь, не знаю. Так, корова. Окей. Кстати, мы можем там потом страшные истории друг другу рассказывать. Да, под конец видео. А нож, кстати, дамажит больше, чем алмазный меч. Вывод? Ножи рулят. Ножи рулят, да. Нож в печень никто не вечен. Ой. Тишина. Так, давай так. Ты этот я. Офигеть, тут медведи на самом деле. Ой. Они на меня сагрились? Не. Каждый нет, они мирные. Да, даже если я их бью, то они что-то не нападают. Так, значит, какие еще планы у нас? У нас еще планы построить. Снятие зомби-апокалипсис в Майнкрафте. Там будет тоже вначале прикольненько. Блин, как бы так сказать. Как в этом, как в цикле выживания с девушкой или как там. Да, да, но только там будет прикольно, прям. Вот знаете, вот как у меня, наверное, видели Stranded Deep в Майнкрафте. Вот я также типа сделаем только эпичней. Да. Кстати, ой, мы уже тем временем практически выбрались. Слушай, я нашел болото. Может, там Рейк будет жить, не знаю. Болото? Не знаю. Я, например, сейчас. Офигеть, тут я каньон нашел, слышь? Каньон нашел, говоришь? Может, мне покопать тут? Сейчас, погоди, я тут. Стоп, что за дыра? Не понял. Не, спаунер! Спаунер? Спаунер! Ты... что за спаунер? Там Джеффы, ё-моё, там Джеффы! Ты где? Тут Джеффы спаунятся. Воу! Где? Вот тут, иди сюда. Опа. Офигеть, да, реально. Нифига себе. Что они там делают? Может, не будем ломать, а пускай спаунится. Не знаю, будет лаборатория, так сказать. Ну, почему бы нет, собственно говоря. Пускай стоит, давай тут стекло поставим. Давай. Нет. А где стекло? Давай руку. Help. Молодец. Так. Да. Так, тут у нас вот так вот. Офигеть, давай стеклом тут поставим. Да, мы так и сделаем, давай, ставь. Там он появился, смотри-ка. О, Джеффи. Домашний Джеффи. Эй, не стреляй в него. Его можно на веревочку? Кстати, да, а у тебя есть веревочка? Нету. Ну, значит, нельзя. Он танцует, что-то непонятно. Он что-то держит в руке. У него нож. Все, давай я ему скину факел. Так, значит, здесь нам нужен динамит будет 100%. Там два! Он чечетку танцует. Они плодятся. Они там размножаются. В мире животных. Кто? В мире крипипасты. А это особи женского пола и мужского. Хотя хрен его знает, какого пола они вообще. Может, они там давно себе уже, поняли, да? Нет, не понял. Ладно, хорошо. Ничего не понял. Слава богу. Может, реально спаунер сломать, а то заспаунится нам тут, будет веселье. Не смей. Да не сломаем. Потом все будет нормально. Короче, все, зашишериваем их там, пускай сидят. Так, значит. Ой, уже ночь. Я почти сак нарубил дерево. 55 дерева. Так, дружище, нам нужен крипер. Крипер? Зачем? Чтобы взорвать это все к чертям. Кого? И нужно сделать дырку, огромную дырку. И чтобы мог вылетать. Стоп. Я неправильно понял себя самого. Нужен я динамит. Понял. Не нужен нам больше динамит. Я понял, как мы аэропорт сделаем. Теперь копаем только вон туда. Куда? Туда. Типа они вот так будут залетать. Я понял, да, прикольно. Да, незатратно. Угу. Ой, дверь надо закрыть, ты что?
Ай, блин, у меня в шею что-то стрельнуло. Что? У меня в шею стрельнуло, жесть. Это в Майнкрафте или где? Не, в жизни. Офигеть, я так сижу и тут в шее такой бум, блин, так. Как будто, знаешь, связка порвалась. Жесть. Так, что? Ну. Надеюсь, на меня снова лошадь не нападет. Помнишь, на меня напал лошадь. И как он там называется? Пегас. Пум-пум-пум-пум. Тут у нас ночь, темная ночь. Офигеть, знаешь. Вот, Hardcore Darkness — это реально мод. Какой-то сатанист придумывал, не знаю. Еще какие-то звуки страшные, как будто Рейк сейчас заспавнится где-то рядом. Или слушай, статуя. Вот эту дыру надо закрывать, Паша. Закроем без проблем. Как слушай, тут крылья самолета как бы слишком большие, нужно вот как минимум вот до сюда вот. Ну ладно, я сейчас вам помогу. Вот до сюда вот надо. Ты же нам поможешь, верно? Ну да. Конечно. Я же проектировщик тоже. Ты же боб-строитель. Боб-строитель. Все построит. Без проблем. Как бы, мы как бы, ща, нам нужно построить... А, давай я пока что займусь созданием, ну, этого, для крафтинга, короче. Фигни этой. Стол, как он Экс. Там? Мы практически все вырыли. Блин, я забыл, как он называется. А, кто? Техники. А. Техники. Во, стол крафта техники. Верстак для техники. Так, ой, у нас есть железо? Нету. Блин. Не вообще один только камень. Офигеть, нам нужно железо много. Знаешь, сижу я в такой вот уютной атмосфере, такой вот, знаешь, в пещерке и думаю, вспоминаю Альфу, как я так же выживал. Ну, в Альфе там было все намного атмосферней. Я бы не сказал, что атмосферней, тогда была куча багов, куча недочетов, куча... Да, ну, самое интересное, что там были такие ламповые звуки. Угу, да, звуки вообще класс. И музыка. Вот музыка реально там четкая. Не то, что сейчас дабстеп какого-то наркомана где-то, блин. Как его, Скриликс наркоман. Нет, какого-то школьника, фаната Скриликса какого-то, не знаю. Как будто FL Studio первый раз открыл. Да нет, когда я первый раз открыл FL Studio, я и то лучше писал музыку. Так. Там хоть и ритма не было, и мелодии не было, но там хоть что-то было. Офигеть, я не допрыгну. Хорошо, что мы отключили. Кого? Музыку. В смысле? Я ее отключил. А, да. Я тоже отключил музыку. Блин, знаешь, мне писали под комментарий, типа, первое правило Майнкрафта, да, не копай под себя. И я в одной серии сказал так в стрёмных приключениях. Это и начал копать под себя. И сейчас дежавю такое, когда я под себя копаю. Текс, мы тут уже довольно-таки хорошее количество прокопали. Блин, я пока что в поисках железа, потому что не знаю, как мы без железа-то будем. Без железа мы никак не будем, нам его 100% надо добывать. Сейчас у меня скоро сломается кирка. Да? Ну, сделай новую. Вот она уже сломалась, и я бегу. Так, я как каменный человек с деревянной киркой. Ла-лом-па-пом. Надо все-таки установить мод этот, знаешь, на фонарик, который у тебя, ну, на плече, типа. Конечно. Ай, я в какую-то пещеру упал. И у меня света нету. Черт. Света нету. Ну, мне надо, короче... А, все, я взял факел. Ура. Факел. Ой-ой-ой. Так, Вика, давай ты тут офигеть, немножко покопаешь, чувак. А я пойду помогу Нейзи. Поищу его. Стой. Идите сюда. Короче, так, Паша, говори, да, куда ты делся, я тебя никак не я, могу. Знаешь там, где я говорил про эту, ну, прикольное место, ну, рядом с нами. А, прикольное место, так. Я и там дырка, сейчас... короче, вниз. А, я его вижу, это место. Так. Там дырка вниз, короче. А, у тебя вода есть какая-нибудь, не знаю. Ну-ка. Оп. Ой, вот я. Видишь? Да, вижу. Я на дне прыгаю там. Нужна вода, блин. Давай ведерко воды надо скинуть, не знаю. Так, оп. Сейчас. Ты сюда, если прыгнешь, что разобьешься, не надо. Опа! Нет! Иди сюда, забирай все. Сейчас я опять упаду. Придется это забрать. Нет, не придется. Мне забирать, ну, твои шмотки или не надо? Только попробуй. Ладно, не буду. Блин. У меня сломалась эта фигня. Так.
все, я сделал себе новую кирку. Сейчас почти что сделал. Я вот тут много олова, да? Олова много. А так. А железа нет, понимаешь, вообще? И прыгаем. Нет! Да ты! Сколько можно Майнкрафт издеваться надо мной? Бедный мир. Нейзи, возьми мои вещи и вали оттуда просто. Окей, о, я нашел железо, погоди. А, блядь, тут паук. Ой, извините. Нейзи, я тебе за это сейчас врежу. Просто он так вылез неожиданно. Ну все, сейчас я точно к тебе доберусь. Давай добирайся. Не, реально, можешь мне взять твои шмотки и к тебе тэпнуться. Так. Ломаем этот камень. Ломаем этот... Ты упал? Нет, еще нет. Ух ты, сколько тут этого, блин. Как оно называется? Я забыл. Меди его. Так, короче, нам на стол крафт уже достаточно? Вот. На стол крафта достаточно. Нет! Да сколько же можно? Бедный Эмеральд. Ну ё-моё, я ж дел просчитал. Нет, ну Нейзи, мне это достало уже, эта ситуация. Давай брать ко мне свои шмотки, да? Забирай мои шмотки, да, забирай. Окей, ща я принесу их тебе. О, да, без вещей я, конечно, выгляжу никак. Стоп, я хочу посмотреть. Я так на какого-то нациста похож, не знаю. Где? Ну, в твоей маске. Мои маски? Так, блин. Да мне нужно же... Ох ты. Я уран нашел, слышь? Дай, мне нужна эта же... Так, давай. Я смотрю на тебя. Как ты вылазишь оттуда. Используй булыжник. Да, не телепортацию. Погоди, я просто копаю тут еще. Я хочу посмотреть, что тут. Ладно. Придется мне самому тут погулять. Да, посмотреть, так сказать, кто чем занимается. Так, ух ты, я нашел свинец. Ну, свинец нам пока что не нужно, мы же не собираемся там скелет, пока... Там такой красивый скелет. Индустриализацию же не собираемся пока делать, да? Нет. Угу, так там что? Такой красивый скелет, знаешь. Он, кстати, ночь уже скоро пройдет. Да? Да. А я всю ночь в шахте провел. Это да. Так, вот сейчас... И так и не вернул мне вещи пока что. Да погоди, сейчас. Тут просто много железа. Просто надо сделать стол для крафта этого. Окей, а я пока что гуляю тут. Угу. Пока что можешь побездельничать. Не люблю бездельничать, хочу что-нибудь поделать. А Нейзи мне этого не дает, потому что я... Сказал Эмеральд, да? Проделал все фотки. Так. Сейчас я... Так, вот. Я поснимаю такие красивые виды. Все, я теперь лечу домой. Сейчас тебе дам шмотки. О, давай, лети. А как ты... Стоп, как ты летишь, гейммодер? В смысле? Ну, лечу, в смысле, бегу. Ладно. Вот, тут, я погоди, тут еще железо. Знаешь, сколько я железа добыл? 23. Окейушки. Так, немножко... Пожалуйста, сбился. Принеси мне мои шмотки. Да хорошо, сейчас я принесу твою бронь. Так, 29... Я пока с кеком пообщаюсь. О, прикольно. Каким кеком? Смотрите, что я могу. С Викой, может быть. Что? Я укротитель удавов. Все, я бегу к тебе. О, стоп, я твои эти ботинки не забрал, все забрал. Ты нафига мне там поставил земли? Какой еще земли? Ты там земли поставил. Ну ладно, как хочешь, так и говори. А, это ты типа падал, да? Ой, я случайно поранил кек пашу младшего. Так. Ты поранил кек пашу младшего? Да, случайно. Тебе не жить. Придется его покормить. Да, покорми. У тебя есть эта мышь? А, у меня в сундуке мышь лежит, можешь покормить. Ну так давай ее мне. Ну так в сундуке у меня лежит, возьми. Окей, если ты разрешаешь, то я возьму. Да, берите, что хотите у меня. Ладно. Так все, я почти пришел. Так. Тогда я еще дуб возьму. Так, простите, тут темно, я сам ничего не вижу. А, о, крипер! Крипер! Как ты вовремя? О, давай, гони крипер! Его туда. Куда? Ну, точно. Где крипер? Прям тут застрял немножко. Ой, кек Паши младшего! Я не трон. Все. Иди сюда, на. Ты так знаешь, как спартанец. Как ассасин. Такой, не тронь! Чего, блин? Какие вы че, ассасин, что ли? На, держи.
Так, так, твой булыжник, да? Мне все мое, да. Твоя кирка, вот твои ботинки. Ну все вроде. А, ну уголь твой был. Ладно, все. А моя маска. А, маска, на, держи. Стоп. А где твоя маска? Моя эпичная маска. Она у тебя. В смысле, где твоя маска? Я фиг знает. Я тебе ее скинул. Ладно, буду без маски. Ну ладно, потом еще сделаешь себе маску. Окей, ладно, Нейзи потерял мою маску. Так, блин, я же это, тебе ее отдал. Ладно, тогда я сейчас приготовлю пищу для Кекпаш-младшего. Кекпаш-младший, эпичное имя. Да, офигенное, конечно, у него имя. Я бы назначил его каким-нибудь, не знаю... Императором, там, пиратом. Министром иностранных дел. Кекпаш-младшего. Разве что... Тех стран, где растут такие змеи. Так, во, все. Как? Первое. Сейчас тут переплавляется все пока что. А как его покормить? А, правой кнопкой по нему. Странно, что-то не кормится. А ты чем его кормишь? Пожаренной. Жареной мышью? Да. А надо его сырой кормить вообще-то. Блять, он вот... сейчас сдохнет. Вот же ж гадость, а. Дай сюда мышь сырую. Я всю пожарил. Нахрена? Не знаю. Короче, все, не трогай его, вообще не трогай. Может, он свинину ест? Не, он свинину не ест, он только мышь ест. Так, это если что... Просто вот вообще не трогай, он сейчас сдохнет, потому что я тебя убью, если он сдохнет. Просто вообще не трогай его, пускай голодает, пока я мышь не найду. Окей, иди, может, кота заведем? Как кота, нафига кота? Чтобы он мышей ловил? Да. А, ну можно. Так, что-то я не вижу никого пока что из мышей. Окей, странно. Я только медведя вижу, но я боюсь, он медвежатину не ест. Тем временем Вика уже тут большую работу проделала. Да, я ей просто горжусь. О, кролик, может, он... они кроликов же едят в жизни, да? Да вроде бы едят. Ну, блин, кролика я мог приручить, но да ладно. Ну, Вика, я думаю, слушай, Нейзи, иди сюда. Иду. По-моему, мы уже все. Да? Если не ошибаюсь, конечно. Ну сейчас погоди. Надо еще просто площадку сделать побольше, ну чтобы разогнаться мог. Да? Естественно. О, да, офигеть, блин, классно. Ну-ка, секундочку. Так, значит, мне сейчас... Так, давай еще тут, все-таки на всякий случай. Во, железо приготовилось, сейчас буду делать эту... Ну, как она называется... Кого? Ну, короче, миски и, ну, там сделать, типа, надо миски. Не понимаю, зачем там миски нужны, но, ну да ладно. Для чего-то они же нужны, верно? Во, все, верстак для техники, иди сюда. Так, значит, верстак для техники. И куда мне его ставить? Вот сюда вот. Поставь его, скорее всего. Копаю его вот сюда. Так, чуваки, у нас вылетело, короче, я нажал на этот блок, но в следующей серии мы это пофиксим, ну, как бы... Верно, но на меня почему-то напал паук, кстати, когда я зашел. Нам же надо как-нибудь, ну, технику делать, поэтому я пофикшу как-нибудь. А ну, движись! Вот. Так, окей. Мы, кстати, уже довольно-таки долго, на самом деле, записываем, поэтому нам уже пора как бы заканчивать. Так что давайте собираться вместе, и мы закончим. Давайте у кек... чего-то. Викосик, ты куда упала? Все нормально. Живо. Отлично. Все, давайте тогда прощаться. Вот такой вот, на такой вот взлетной полосе мы заканчиваем, дорогие друзья. С вами были Эмеральд, Нейзи и Вика, и это были стрёмные приключения. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии. Немножечко запинаюсь, ну ладно. Всем пока. Пока.